Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Сегодня, как и обычно, наш концерт пройдет в двух отделениях с антрактом. И вот первое отделение мы начнем композиции, которая состоит из двух частей. Первая коротенькая, вторая не такая коротенькая. Первая – это фрагмент из пьесы известного американского гитариста, которого зовут Пэт Мэттани, с его альбома, который он записал еще в 1992 году. Он носит название «Secret Story». А вот этот фрагмент, он носит название «Always and Forever». Можно перевести это как «Навеки вечные». И, как сказал сам Пэт Мэттани в одном из интервью, эту пьесу он посвятил своим родителям. Перейдет эта композиция в пьесу Орната Колмана. Это один из классиков американского джаза, один из создателей стиля. Таких людей было всего 5 или 6 в истории джаза, которые создавали стили. Не просто очень здорово играли или писали красивую музыку, нет. Они какой-то придумали такую идею, от которой какая-то часть музыкантов уже не могла отказаться, и таким образом возникало совершенно новое направление. Вот Орнет Колман был одним из них. Он придумал так называемый фри-джаз. Это произошло в 1958 году. И прошли несколько десятков лет, и у него уже появилось несколько поколений поклонников, и вот одни из последних поклонников стали исполнять его пьесы совершенно по-другому, в стиле, который они сами назвали панк-фанк. Вот сейчас вы услышите пьесу Орнета Колмана, которая называется «Рэмблинг», которую он написал еще в 1958 году, но мы ее сыграем так, как играли его последователи, уже в стиле панк-фанк. Итак, Пэт Мэттани – «Always and Forever» и Орнет Колман – «Рэмблинг». Thank you.
Thank you.
переходим к вокальной части нашей программы. Я приглашаю на сцену нашего вокалиста. Его зовут Марк Юсин. Он споет сейчас песню, которую записал на своем альбоме, который вышел в 2003 году, он называется «Nord». Песню, которая, в принципе, была для меня таким шоком, поскольку я знал Элвиса Костелло как яркого представителя музыки панков. Он когда-то был кумиром панков просто. И вот как-то движение панков и музыка сошла на нет, а он повзрослел и выпустил альбом совершенно другого качества. Это философский альбом с серьезной музыкой, с серьезными текстами, в сопровождении либо симфонического оркестра, либо с джазовыми солистами, иногда даже с рок-музыкантами. Вот сейчас прозвучит одна из песен вот с этого самого альбома. Песня эта называется «Let me tell you about her». Итак, Элвис Костелло.
apples and butter in the squeeze and gap. That is a notion that I might as well forget. Friends look at me these days with fun surprise. But then I start to speak the wrong, the right. Замечательного канадско-итальянского певца, его зовут Джино Ванелли. Он прославился еще в 70-е годы. Кстати, когда он из Канады приехал в Америку, Стиви Вандер предложил ему работать вместе с ним в одном из турне. И он вот этим самым обратил на себя внимание. К тому времени Стиви Вандер был звезда, а про Джино Ванелли вообще почти никто ничего не знал. И вот с этого началась его карьера. Ну что еще можно о нем сказать? Вообще, он удивительный человек. Он исчез где-то на 10 лет, потому что увлекся эзотерикой. Он посещал монастыри буддийских храмов был, и в Индии, и в Японии, и, в общем, занимался такой древней философией. И это придало какой-то оттенок его музыке. Вот сейчас вы услышите одну из песен, которую он записал еще в 70-е годы, причем до своего исчезновения. Эта песня называется «The River Must Flow». Oh,
Спасибо. Мы завершим первое отделение композиции, которая состоит из трех частей. Сперва Марк Юсимс поет один из хитов Майкла Джексона, который он пел еще в 1983 году. Его помогал тогда Квинси Джонс, если вы помните. Он сделал для него аранжировки всех песен. И вот это была песня, которая называется «Human Nature». Вслед за этим вы услышите еще одну песню. Сейчас не буду говорить, какую. И закончим мы моей композицией, которая называется «Профанка». Вот такая схема этой завершающей трехчастной пьесы. Итак, начинаем с «Human Nature» в памяти Майкла Джексона. The night I'm the city winds are sleeping eyes. She her voice shake my window. The sweet seduces inside. Get me out from the night I'm. Whoa, whoa, whoa. Why? 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 Why?
тобой мы встретились, чья ромаха цвела, и в парке старом музыка играла, и было мне тогда еще совсем немного лет, но дел уже надела я немало. Не пил я скок за скоком, а после для тебя метал хрусты налево и направо. А ты меня любила, но часто говорила, что жизнь блатная хуже, чем отрава. Но дни короче стали, и птицы улетали туда, где вечно солнышко смеется. И с ними мое счастье улетело навсегда. Я знаю, что оно уж не вернется. Я помню, как с паршмаком ты гуляла на скверу. Он был бухой, обняв тебя рукою. К тебе лез целоваться, просил тебя отдаться, а ты в ответ кивала головою. Во мне все помутилось, и сердце так забилось, и я, как этот фраер, закачался. Не помню, как попал в кабак и там кутил, и водку пил, и пьяными слезами заливался. Но вот однажды вечером я встал вам на пути, узнав меня, ты страшно побледнела. Тогда я попросил его в сторонку отойти, и сталь ножа зловеще заблестела. Потом я только помню, как качались фонари, и где-то в парке мусора свистели. Всю ночь я у причала прошатался до зари, а в спину мне глаза твои глядели. Когда вас хоронили, ребята говорили, все плакали, убийцы проклиная. Лишь только дома я сидел, на фотографию глядел, с нее ты улыбалась, как живая. Любовь свою короткую залить пытался водкой и ворвать боялся, как ни странно. Но влип в историю глупую и взят был опергруппою. Нас взяли на бану у ресторана. И вот меня побрили и костюмчик унесли. Теперь на мне тюремная одежда. Кусочек неба синего и звездочка вдали. Сияет словно слабая надежда. Теперь сижу я в камере и жду свой пятерик, как вдруг открылось мокрое то дело. Пришел ко мне защитничек Шапира, мой старик, сказал, не миновать тебе расстрела. Вот скоро поведут меня на наш тюремный двор, и там глаза навеки я закрою. Судья прочтет последний мой смертельный приговор, и снова мы увидимся с тобою. И дни короче стали, и птицы улетали туда, где вечно солнышко смеется, а с ними мое счастье улетело навсегда. И знаю я, оно уж не вернется. We'll be right back.
Ансамбль «Арсенал». Юрий Погиба, клавишный инструмент. Марк Мюсин, наш вокалист. Эдуард Петрухин, чьё соло вы сейчас слышали. Евгений Шариков, бас-гитара. И Алексей Козлов, руководитель ансамбля. На этом наше первое отделение мы заканчиваем и приглашаем вас через 15 минут, как минимум, на второе отделение. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Мы начнем второе отделение с композиции, написанной мною. Она называется «Инсомния», что означает «бессонница». Она написана в стиле, который когда-то создал гениальный Майлз Дэвис. Это были начало 60-х годов, когда Майлз Дэвис неожиданно для всех предложил новый стиль в джазе. К тому времени джаз настолько усложнился, что начал терять массового зрителя. Тем более, что уже новое поколение молодежи стало увлекаться уже рок-музыкой, и битломания началась. И вот здесь Майлз Дэвис почувствовал, что джаз, его любимый, теряет свою популярность. И предложил новую концепцию. Не обыгрывать никаких аккордов, а играть в одном или в двух ладах. Появился вот так называемый ладовый или модальный джаз. Вот в этом стиле и прозвучит пьеса, написанная мною. Сейчас вы ее услышите. «Инсомния».
Сознания. И вот там была эта композиция, она относится тоже к разряду такой современной ладовой музыки, но построенной на ладах уже каких-то древних восточных этнических культур. Это называется world music сейчас. И вот в этом стиле я и написал пьесу, которая сейчас прозвучит. Я назвал ее «Алайский базар». Она посвящена историческому месту, которое возникло где-то за 2500 лет до нашей эры в Центральной Азии на маршруте следования караванов из Китая в Европу, в Африку, в Индию. Караваны, которые везли очень популярный еще тогда китайский шелк. Этот вообще маршрут назывался «Великий шелковый путь». И вот на пути, тогда еще это была такая пустыня, где никаких вообще даже еще народностей так толком не сложилось. Но тем не менее, там нападали иногда на эти караваны бандиты, грабили это, то, что они везли. А везли не только шелк, везли и золото, и драгоценные камни. И вот образовалось такое место, значит, это есть там Алайские горы. И вот под склонами этих гор возникло такое место, где встречались караваны, которые шли в Европу, и караваны, которые шли в Китай уже из Европы, везя всякие вещи, которых не было в Китае. То есть везли оружие кованое, латы, скакунов и рабынь, что самое было главное. И вот там, на этом месте, под склоном вот этих Алайских гор, возникло такое место, где они обменивались товарами, и образовалось то, что стало называться Алайский базар. Это место, оно почти не изменилось, оно существует и сейчас, на территории Ташкента, в Узбекистане. Я когда-то бывал там много раз во время гастролей, еще в советские времена, не знаю, что это за базар. А мне он очень понравился, маленький такой базарчик. Вот этому замечательному месту я посвятил пьесу, которую вы сейчас услышите. «Алайский базар». Thank you.
Эдуард Петрухин исполнил соло на барабанах в восточном стиле. Ну, сейчас мы снова возвращаемся к вокальной части нашей программы. На сцену выходит Марк Юсин. И мы начнем его выступление с пьесы, которая принадлежит человеку по имени Лайонел Ричи. Ну, может быть, не все знают это имя, хотя он пользовался колоссальной всегда популярностью, наряду с Майклом Джексоном завоевывал такие первые места в разных списках популярности. Вообще он лауреат еще премии Грэмми, между прочим, за 1984 года, а начинал он вообще как вокалист и саксофонист. Очень популярный такой, была такая группа Commanders. Потом он решил все-таки, покинул ее, решил стать солистом и завоевал популярность. И вот сейчас вы услышите один из его хитов, который называется «Every Time I Hold You», Лайонел Ричи. Every
moon. Every time, every time. Yeah. Сейчас прозвучит песня, которая, в общем, заняла первое место в этом году в одном из списков популярности. Ее, вообще, ее исполнитель и автор, его зовут Эд Ширан. На самом деле он Эдвард Кристофер Ширан. Он это британский музыкант, актер. И вот сейчас в нашей версии прозвучит песня, которую постоянно сейчас можно слышать на всех радиостанциях, иногда даже когда едешь там в такси и так далее. Вот. И эта вот песня, это такой хит в нашей интерпретации. Называется она «Shape of You», Эд Ширан. Best place to find the letters of the virus where I go. Me and my friends and take me to a chat. You can fast and you can talk slow. Come over and start a good conversation with your sweet. Trust me, give it a chance. Now the man stopped, then a man on the jukebox. Then we start to dance. Now it's looking like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not too much, walk on my waist and put the body on me. Come on now, follow my lead. Hey, come on now, follow my lead. Oh, I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet, and then my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. You know the bad sheets smell like you. Really discovering something brand new. I'm in love with your body. Why, oh, why? We're going out on the first day. Like you and me, we dream to come on to me. We took the feeling like the radio play. We took the hours and hours and covered me in the chocolate. I know my family's doing okay. Sitting in the backseat, kissing in the desk. You call the people, call the radio play. Now I'm sucking like now, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's go talk too much.
Tears for Fears. Переводится как, в общем, слезы страха, вот так вот. Песня называется Shout. А ее создатели, между прочим, два человека. Это было время, когда появился такой стиль «Новая волна», New Wave, начало 80-х годов. И это был такой английский пафос, там были непростые мальчики все. В отличие от американской попсы, это была серьезная музыка, между прочим. Они были студентами разных философских там факультетов и почитывали книги, довольно редкие. Вот, кстати говоря, пьеса, которая называется «Shout», и они ее взяли из названия книги очень популярного такого писателя Артура Янова. Как, вообще его книга уникальная, называется «Первобытный вопль», где он исследует вот эти звуки. И, в общем, одна из версий, почему они назвали «Shout», это крик ребенка, когда он только вылупляется на свет и кричит. И вот в этом, может быть, один из смыслов песни, которую вы сейчас услышите. Эта группа была Tears for Tears, а пьеса так и называется Shout. Thank you.
в регионе выступал ансамбль «Арсенал». В следующем составе Марк Юсин, Юрий Погиба, Евгений Шариков, Удар Петрухин и Алексей Корнев. Your eager heart weeps
is desire. Every kiss you give, that's my soul. Oh, I give myself a sweet surrender. Большое вам спасибо. На этом наш концерт уж точно подошел к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам хорошего. До свидания.